Как бы вы описали сферу своей бабушки? Это хаос-сети, облаченные в элегантность. Блиц-раунд. Пол или Джон? Ранний Пол, поздний Джон. Марио или Соник? Ранний Соник, поздний Марио. Потребности общества или потребности индивида? Они должны совпадать. Самый большой страх? Нереализованный потенциал. Я верю в то, что человека можно сделать совершенным. По мотивам романа Дэйва Эггерса. Когда мы этого достигнем, возможности будут безграничны. В сфере мы найдем решение любой проблемы. Мы исцелим любую болезнь. Мы покончим с голодом. Избавившись от секретов, перестав утаивать знания и информацию, мы, наконец, реализуем свой потенциал. Скажите, вы любите делиться? Делиться важнее всего! Весной мы видим все. Мы узнаем обо всем. Эмма Уотсон. Представьте, что это значит для прав человека. Том Хэнкс, Джон Байега. Каждый несет ответственность. А это что? Сфера способна изменить все. Основная причина наших проблем — ложь. Все, что мы скрываем. Нам не безразличны все, кто не безразличен вам. Потому что знание — это хорошо, а всеведение — еще лучше. Сфера. Скоро в кинотеатрах.